Здравствуйте. Здравствуйте все. Ну что? Давайте быстренько засыпьте меня вопросами какими-нибудь плохими, да? Нет, или же хорошими. Давайте я что-нибудь хотела тот досмотреть. Привет, привет, Женя, привет. Привет, симпатяга. Папин бродяга, мамин симпатяга. Кургану привет. Работаю массажистом вот в салонах и также дома. Ну что, где сейчас находишься? Сейчас я нахожусь около Екатерининского спорткомплекса, Екатеринодар точнее, да, вот. Недалеко от райончика, или даже на райончике, я бы сказал. Привет из Душанбе, Душанбе, большой привет, привет. Что еще? В Краснодаре солнышко, я сходил уже на тренировку. Сахалину огромный привет. Сахалин, Душанбе большой, а Сахалину огромный привет. Вот. Что тут скажешь? Кто сегодня? Я вот сегодня проснулся часов в 8 утра. Покушал спокойненько, размялся, пошел на тренировочку. Ты классный. Спасибо большое. Марининску большой привет. С Сашей окончательно расстались, да. Ты у Саши, что ли? У какой Саши? Господи ты, боже мой. Нет, я в Орск не ногой. Надо к тебе на массаж. Обязательно, кому нужен массаж, пишите в личные. Записывайтесь, можно дома, можно в салоне, как вам будет угодно, насколько позволяют у вас средства. Как тебе новый Сашин пост? Считаешь, что она права? Я не знаю, я его особо не читал, но прочитал, что я ее там называл тварью или еще что-то такое. Это вообще, блин, мне, честно, очень неприятно, что она такую шляпу пишет и даже не пишет, откуда ноги растут. То есть, по большому счету, знаете, я говорю, Сашка мне настолько нервы трепала, и, возможно, я и называл ее так, но тому было предшествовала дикая ссора. Она беременна. Ну, Саша, так беременна от тебя? Да вроде да. Так. Ребенка на себя запишешь. Короче, я бы с удовольствием взял просто Сашки, забрал ребенка и все. Чтобы она даже с ним не виделась никогда. Расскажи свою версию. Моя версия такая, что я всю жизнь был добрым человеком, я никогда ни одной девушке не ударил, ничего. Но я признаюсь, с Сашей были такие минуты, когда мне приходилось и ее шлепать. Вот. И я себя за это очень сильно виню и считаю, что такие отношения не имеют права на существование, когда есть настолько, настолько, скажем так, дикость такая бешеная. Беременна, беременна. Так. Вот, в отношениях должно быть спокойствие. Сейчас очень много рассказывают. Витя, у тебя дети уже пошли в школу или нет? Нет еще. Витя, сниматься где-нибудь собираешься? Я про актерство. Не знаю, посмотрим. Посмотрим, сейчас 10 числа премьера. Пока что нет предложений никаких. Жду, возможно, буду. Если будет предложение. Так, вы в разных городах проживаете. Да, Саша в Орске тусуется. Вот, зачем ты так с Сашей? Затем, что Саша нервировала меня и сама нервничала очень сильно. Смысла нет такие отношения продолжать. Вот. Сейчас я часов в 6:30 пойду малышей из садика забирать. Сколько недель у Саши? 8 уже где-то, около 8. Вот, по идее, скоро должен появляться живот уже. Считай 2 месяца, а на 3-м месяце начинает уже виднеться живот как следует. Уже не надо его выпячивать, как Саша сейчас делает. Надо во все кастинги агентства отсылать свое портфолио. Правильно все сделать. Если не тряпка, вернешь ее. Заткнись. А дочка Саша с вами проживала? Нет. Привет, как дела? Нормально, как ваша? Если не тряпка, вернешь его. Если не тряпка, отожмешься 200 000 раз. Тебя устроит такое?
Ты хочешь этого ребенка? Да я хочу много детей, отвечаю. Это не последний. Вот, привет, привет. Забавно, что... Ведь действительно женщины, наверное, должны в первую очередь рожать. Все хорошо, ты красава, спасибо большое. Женщины должны в первую очередь рожать для себя. Не для человека, не для кого-то. Вот. А мужчина должен продолжать свой род. Все равно, помирись, она тебя не отпустит. О, Господи, Боже, только не это. Ты помогать ребенку будешь, Саша говорит, что не покажет тебе его даже. Ну ладно, хорошо. Ты молодец, удачи тебе, спасибо. Привет, привет. Так. Бум-бум-бум-бум-бум. Что еще-то? Что еще? Виктор, привет, красавчик, русский богатырь. Да, всего тебе хорошего, спасибо большое. Твое дело, твои проблемы, не слушай никого, делать сочетаешь. Только ты знаешь правду, да, ты прав, спасибо большое. Готов к новым отношениям? Нет. Новым отношениям не готов, к старым не готов. Никаким отношениям я не готов. Делай, Виктор, как твои массажные дела? Ну, хотелось бы получше, конечно. Сейчас такой период, с 1 сентября, подготовка к школе. Люди в отпусках, поэтому довольно мало массажей, вот, но, в принципе, неплохо для этого периода. Да, все верно говоришь, не ведись на эти тупые записи, сейчас она хочет выставить тебя виноватым. Делай, как сердце подскажет, не слушай никого, спасибо большое. Какой тебе рост? 2,07, ребенка сделал? Сделал. Дурак, такую девушку бросил, господи, вы сумасшедшие, что? Запомните, вам хочу сказать, конечно же, но мы привыкаем, мы влюбляемся, но незаменимых нет. У нас есть люди с подобными характерами и внешностью похожи. Есть красивее, есть умнее, есть все что угодно в этом мире, есть столько всего, а вы говорите, такую упустил. О, погодка, смотрю, отлично. Погода бомба. А сыновьями занимаешься, да? Ты занимаешься? Да. Да, Витя, у нее просто гормоны играют, надо просто это и все. Нет, в бред. Какие гормоны? Мы с ней до ребенка еще сражались, так что огонь. Саша еще та истеричка. Мужу с такой тяжело будет по жизни, это точно. Андрей, здорово. Пусть еще ДНК сделает, тогда и будешь думать. Видела вас сегодня на 1 мая. Да, я на тренировку ходил. Любил, конечно. Вы видите лишь экранный образ. Откуда вы знаете, какая она в жизни? А ты откуда знаешь? Воспитывать будешь, ей помогать. Конечно, так у тебя от нее ребенок будет, думай. Ему виднее, какая она. Главное, чтобы тебе было хорошо. Спасибо, привет, Самаре. Самаре тоже огромный привет. Какие новости? Да все нормально, спасибо большое. Все ты правильно сделал. На данный момент ты можешь сказать, что это окончательная точка. Да, я уже так 3 раза говорил. Блин, Господи Боже мой, дай мне сил. А ты, Саша, до сих пор любишь? Не хочу говорить об этом. У нее характер жесть. Ты смотришься более мягким и адекватным. Да, более мягким. Мягкий, как туалетная бумага. Зева. Блядь, жесть. Надо же такое сравнение. Ладно, дорогие мои, любимые. Пойду домой. Пойду домой. И что еще? Немножко подлежу, отдохну. А потом за детьми пойду в садик. Ты сейчас говоришь, что не хочешь быть Сашей через неделю. Опять говоришь, что мы счастливы с Сашей. Бред. Тебе всего хорошего. Все, целую вас. Обнимаю. Пошел домой.